большой дружной семье всегда рады гостям. 16 дружелюбных животных с удовольствием продемонстрируют посетителям свои способности. Все малыши маленькие, интересные, очень забавные, и все абсолютно разные. У нас есть обезьянки, есть и полуприматы, такие как лемур, лори. Они тоже все по-своему интересны и уникальны. Каждая обезьянка научилась по-своему привлекать внимание гостей. Например, капуцин Джек хлопает в ладоши и забавно чешет затылок, показывая свою забывчивость. А мартышка Браза по имени Мартин умеет танцевать. Макаки Герман и Геля настолько дружны, что чистят друг другу ушки и спят в обнимку. Все это вы сможете увидеть своими глазами. Обезьянки у нас дружелюбные, безопасные. Многих из них можно потрогать. Некоторых даже взять на ручки, сделать фото на память. Обезьянки безопасны как для взрослых, так и для маленьких детишек. Контактная выставка особенно интересна для детей. Они знакомятся с каждым участником отдельно. Дружелюбные экскурсоводы подробно рассказывают обо всех представителях и даже разрешают покормить питомцев. Обезьянки очень ухожены и прекрасно себя чувствуют. Все животные регулярно проходят медицинские осмотры и прививаются. Поэтому без опасений можно приходить к ним в гости даже с самыми маленькими ребятишками. Наша выставка обезьян находится в ЦУМе. Работаем мы ежедневно с 11 до 20.00. Находимся на нулевом этаже. Работать мы будем по 14 мая. Приходите и окунитесь в мир экзотических животных.